Краткое содержание сказки о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина. Если в двух словах, то сказка о рыбаке и рыбке – это поучительная сказка, в которой в легкой, увлекательной форме показаны печальные последствия излишней жадности и слабоволия. А теперь немного подробнее. Тарик рыбачил 30 лет и 3 года, и однажды в его неводе оказалась волшебная золотая рыбка. Она принялась умолять отпустить ее в синее море. Откупалась всем, что пожелал бы старик. И старик сжалился, отпустил рыбку, ничего не попросив взамен. Узнав об этом, старуха отправила старика назад, к рыбке, попросить у нее новое корыто, ведь старое совсем прохудилось. Золотая рыбка выполнила просьбу старика. Но старухе уже было мало нового корыта. Она потребовала новую избу. Вернулся старик к мутному морю и вновь обратился с просьбой к золотой рыбке. Возвращается он и видит, стоит прекрасный новый дом. Однако старуха в этот раз уже захотела стать столбовой дворянкой и отправила старика назад к рыбке. Синее море уже было неспокойно, но золотая рыбка безропотно выполнила и эту просьбу старика. Старуха стала столбовой дворянкой, жила в богатом тереме, а старика отправила служить на конюшню. Через некоторое время старухе и этой привольной жизни показалось мало. Наказала она старику, чтобы рыбка сделала ее царицей. Делать нечего, отправился старик за новой просьбой к почерневшему синему морю. И золотая рыбка выполнила ее. Когда же старуха в жажде власти захотела стать владычицей морской, а сама бы рыбка была у нее на посылках, золотая рыбка лишь вильнула хвостом, услышав эту просьбу. И старик вернулся к своей старой прежней избе, возле которой сидела старуха у разбитого корыта. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.